Ирина Чепурина пришла на прием к депутату за помощью. Почти 10 лет назад дом, в котором она была зарегистрирована, снесли. Жилья взамен до сих пор не предоставили. Многодетная мама осталась фактически на улице. Более того, она лишилась льгот из-за отсутствия прописки младшего сына. Дома нет и прописывать некуда. Конечно, я обратилась к Дмитрию Аркадьевичу, что он мне поможет в решении данного вопроса. Я как многодетная смогу со всеми воспользоваться и льготами по услугам ЖКХ, и там питание, школьная форма и так далее. Вот, а так я до сих пор все тяну одна, помощи у меня нету, алиментов пособий я не получаю, а льготами тоже вот из-за этой причины воспользоваться не могу. На прием к депутату Мособлдумы людей приводят самые разные проблемы. Земельные вопросы, незаконные начисления за капремонт, материальная помощь на лечение ребенка и многие другие. И каждый раз надеются на поддержку. Парламентарий зафиксировал все просьбы. По словам Дмитрия Голубкова, запросы будут сформулированы и переданы в соответствующие инстанции. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».